жили в Сибири, он находился 21-ю гимназию, решил, говорит, буду дальше, хочу получить то, что, наверное, только в Москве можно, уровень образования. Вот и выбрал эту школу. Отношение к ученикам раз, преподаватели прекрасные, которые умеют сочетать и строгость, умеют сочетать и доброту, и требовательность. Это очень важно. Самое главное – вкусная еда. Самое главное.